следующий день. Понимаете, вот смотрите, ручки делают. Вот я сейчас, представляете, начну делать нулевой. Сколько я буду пахтеть сколько? Долго. Ну, а зачем? Я их зажал нужно. Практика задаю. Ничего не сделаю. Даже он сделает, вытащит ручку из суда. Будешь ли? Нет, ну зачем? Спасать ты будешься? Нет, ну так ты не пойдешь. Ты же вот берешь. Ты пойдешь, вот хватает. Вот у меня сам ее прилично. Если он будет так вот туда лезть, ну, привет, я ее еще спрячу. Видишь? То есть а ты никто не подремет. Плюс в условиях, когда тебя вот так вот давят, ребята, это прием элементарно. А вот не нравится. Куда ты? А я ему как бы, я ж тебя душу. А что, какое? Я ж тебя. Это еще скромненько. Я вам ребятам это показывал, сейчас вы уж потерпите чуть-чуть. Вот так, вот так шлепну локтем. Это я еще давлю. Я могу, ребят, не давить, а... Почему? Ну, логично. То есть шлепну, тут же... Вот так. Борьба. Видишь, ты робот? Ну, чувствуешь, то есть подход. Я могу здесь продлить, а как ты хотел? Это здесь все разговор. Попадется вот, скажу, что вот он. Хотя здесь все разговор. Понятно, что хочешь делать, что сюда, что вот сюда. Хотя вот этого хватит, ребят, достаточно уже. То есть тут очень больно. Понимаете, ребят, сильный, не тот прием, который сильный, резкий, техничный, так же туда, а тот, который нежный. Вот если бы он от меня вот эту гадость ожидал, эффекта такого не появился. А вот то, что он не ожидает, работает не надо. Так что вот тут разговаривать о каком-то подходе. Ну, еще ручки, ну, как хочешь, подраться. Вот. Ну, к примеру, я, чтобы не бороться, я на них просто вот так вот ложусь. Логично? А сейчас хоть голову отрывай. Хоть ту же бедную руку, которая уже ничего нет, а вторая курит. Заметил? А? Вот, я пытаюсь. Пытайся, пожалуйста. Ну, не забывай, ребят, я же не держу в голове цели сделать именно тот или иной прием. Вот как собаки дерутся, не видели, не рады. Все. Что проще, то и лучше. Понимаешь? Не идет раз, перевернуть ты, привет, моя ножка, все. Борись там, борись, защищай шею, защищай руки. Ноги-то не будет. Понимаете, в чем вещь? Вот это все предельно просто. А можно, держи еще? Одним простым приемом, просто человека, ну просто замучить. Помнишь? Взял вот сюда, и все. И как он хочет? Сюда грудь, сюда шея, сюда грудь, сюда шея. Узел взял, все. Да хоть что он делает, он только себе завяжет. Это же все предельно просто, никаких сложностей. Я же не говорю, если он там начнет руками рассматривать. Что ты такое размахнул? Где-то рука вот так полезла. Все, вот она прямая, главное ее не сюда же подхватить. И просто так вот тянуть. Либо сюда подхватить и просто ну, лучше согнуть. Вот. Я не делал от тебя, я просто грудью сюда вперед. Надо? Вы забежите вот сюда. Вот, медленно. Ты. Понятно? Прямо побежал. Все. Понятно? Так и не будет. Либо наоборот вперед пошли. Какая разница? Понимаете? То есть не вы делаете прием, он сам вот здесь делает. Вот вы берете, он начнет ее либо под себя сгибать вот сюда. Вот он здесь сделал болевой, он ее согнул. Либо выпрямляет. Понимаете? Он сам себя ломает, а я его просто поддерживаю. Вот чем дело. Тут никаких особых рядом нет. Просто вот чувствуешь ситуацию, все. Но плюс где ты ему помогаешь. И ты все делаешь. Ребят, какие-то вопросы давайте, потому что нам нужно плодотворно работать. Вот вопрос. Ну, человек, когда лежит вот на животе и подобрался, как ты можешь подобраться? Слово подобраться. Да он уже мертвый. Понимаете, ребят, я вот вам сразу скажу, я вот не разделяю борьбу на ударную технику, на бросковую. Для меня это все борьба. Вот он лежит, все, все. Он даже не защитится, он даже ничего не сделает. Почему? Он ничего не видит. Вот так никогда не сидит в жизни. Ну, сладкий совсем то же самое. Никогда. Это самая худшая из позиций, которая есть. Элементарно, смотрите. Он сейчас сам будет такие вещи изобретать, лишь бы выйти.
Понимаешь, начнет сюда, привет, рука, привет, шея. Туда, вот сюда. Никаких проблем, ребят. Это я ничего не говорю. Если я сделаю почки, он вообще тихо. Если я сделаю даже вот так вот, колено, это еще сильнее. Не-не-не, даже не пытайся. Вообще жутко. Это то же самое на спину, да? Вот такой приятный. Ручки держи. Вот мы с ним боремся. Ничего страшного. А если это будет со спины, то там ничего. Никаких проблем. Я в свое время так боролся, либо вот сюда. Бегаешь, когда на упер. На упер еще так, причем я сейчас рывком, и все. Бывает, конечно, выдерживает тебя. Бывает. То есть люди разные. Никогда не забывайте, что прием, даже вот он у вас идеален, он на всех проходит, на ком-то он нет. По тем он нет. Хотя, опять же, он не проходит. Именно в каком-то моменте. У меня есть парень, я ему делаю УЗИ. Ну, ребят, ты без балды. УЗИ вот сюда, локоть у меня ложится. Он нормально делает, но только ему перекрываешь вот здесь плечо, и уже никто ничего не делает. Вот так локоть ложит. Чуть-чуть плечо у тебя перекроешь, все, покрывается. То же самое стопа ахиллеса. Может тянуться, если она хорошая, очень далеко. Чуть перекрыл ее, поджал, немножко я сделал другой угол. Хрум. Можно кость вот эту заднюю. Хрум. Сделать длинный ахиллес. Тоже болевой, тоже на ногу, просто натахил и сделал. Помнишь, да? Вот эти кости. Помнишь, и сломается, даже это ничего не сдрогнет. Поэтому, ребят, если он лежит, так, то его не надо обрабатывать. Его надо просто брать и жать. Например, вот у нас есть такая беда, как бы сказать, не в обиду разным тренерам, прочим людям. Идет за силе приема. И за приемом мы забываем, что суть-то всей вещи, которые мы занимаемся. Это ж мягко. Ну и так простым языком. Я могу сказать, красиво, поэтично, я беру бороться. Или уходить. Какая вам разница, как я говорю? Знаешь, меня задают, а как вот это? Джиу-джитсу, карате, тайкондо. А какая разница, как это педак разбирает? По-русски, по-японски, там, я не знаю, по-русски. Ну какая вам разница? Разбили это замечательно. Или наоборот. Не смогли вас затоптать в грязь. Какая наверное, зачем есть? Японская стремительность, русский, просто, я не знаю, ловкость, сила там. Ну не важно, вам какая разница. Последствия. То есть вот эти частности, их не надо ходить, иначе забудете, с таким дебрем. У меня скоро будет 23 года, скажем, все в этих дебрях, блин, столько будет глубоко. Пока Федор завтра университет встретил, вот, когда увидим, что суть-то, вот ему вообще без разницы. Вот он что берет, то и сломал. Вот это место руки берет, вот это сломал. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот всю руку он прожамкает. Всю. И то он прожамкает, и сильно там такие кабаны или еще. Второй еще заходи. Заходи, говорит, заходи. Вон там друг твой сидит, уголочек. Я знаю, что... Ну смотри, вот все время, когда первый раз англичане приезжали, что-то разговаривали, я говорю, ребята, вопрос, почему его бросил? Он упирается, как сделать, чтобы он сам уж вылетел? Мне говорят, ну там, ну значит, ну не подсесть. Я говорю, ну да. Все. Элементарщина, а подгнувший, да? Это вот что это такой шлепок. Представляешь, сейчас возьмем, когда ты подгнувший сидит, ты еще считаешь, что просто говорит, ты сам не будешь. Не надо ничего делать. Ребят, могу сказать другому. Прием элементарный. То же самое вот, начинаю делать бросок, вот эти места. Да, вот все. Если я сделаю медленно, вот этот шаг, просто смотришь. Прием тут детский. Понимаете? То есть мы просто настолько многого о себе не знаем, что удивительно. А обычно как? Вот я бы сейчас начал с ним бороться. Он бы со мной, правильно? Кто бы победил? А зачем мне с ним бороться, я хочу его. Логично. Я говорю, у нас, например, какой-то, не знаю, принципиальный брак. У тебя есть пистолет, а у меня его нет. Ты же не будешь. Ты глупо. Особенно, если ты знаешь,
Если у меня есть возможность, чем я буду четко выделять знаком минус? И говорят, я почему все это немножко по истории буду говорить? Научитесь смотреть в корень, понимаете? Так же не спать. Гораздо проще, вот у него сейчас просто пробить удар, чем делать тот же болевой цель, чем тот же улучшающий. Согласен? Логично? Чем вот мы в основном занимаемся? Сели, начали добивать. Правильно? Но опять же, вот видели, как вы добиваете? Бывает удачно, бывает нет. Но ведь смотрите, ребят, есть много нюансов. Руку сейчас сломаю, и добивать несколько угодно. Он почти не может. Могу убить? Тоже нюанс. Я дубасит слева направо. Правильно? Могу просто поставить и взять ключ. Вот он уже пошел. Могу вторую. Она уже элементарно отлетит. Согласен? Как бы ты не напрягал? Силы нет. Да? Либо могу просто бить. Либо вот. Никто не мешает. То есть просто вот подход. Даже вот в таких вроде завязан текстиль. Все. Взял. Вот она уже рукашься какая-то. Да? Он же не стоит. Либо наоборот дубасит. Ну вот сейчас, я говорю, могу себе разбить руки, кулаки, но если я ручку прихватываю, я дубасит, логично. Так что в любой вещи есть какой-то подход. Если, я к чему это говорю, вот мне сейчас получается хорошо, все его плющу, у него уже руки расползлись, да дубасит, конечно, во имя там, я не знаю, высшей справедливости. А если я не могу пробиться, бывают на руки вот такие вот, ребята, например, страшное дело, там вот такие руки. Приходится по неволе что-то изобретать. То есть везде есть тонкость, везде нужно подходить к точке берешь. Смотри, неудобно. Сюда сделал, смотри. Все, уже руки они держат. Сможешь это просто? Да. Сложное сделал движение? Нет. Ты мне, смотри, милости просит, да? Вот, и то, что руки будут, вот, все, давай. Всего лишь положил брюхо. Еще раз. Ребят, вот прием, он с ниоткуда берется. Вот сейчас, смотри, я, к примеру, начну ему руки доставать. Ничего не смогу просто сделать. Надо будет пыхтеть. Плюс он еще всегда может мастить. Логично? Ну смотри, ты все. Мастить уже не может. Рука уже вот. Никаких сложностей. Вот попробуй сейчас подергайся. Ничего, тут в другую сторону берешь руку. Что это рукой, что это, конечно. Все. Вот прием из ниоткуда. Прием хороший, да? И рука сразу. Вот это, ребят, что, допустим, включала система Федоров, мне надо подготовить, мне надо подготовить. Знаешь, вот такое, говори момент, там, вытягивай. Понимаю, ничего, он сам все создал. Брал, создал. Вот так. Вот такими, вроде снизу. Шахматы вот играете? Ну, старая гвардия по-любому играла. Ну, естественно. Это сейчас молодежь у нас повленилась. Вот. Тихий ходи. Вроде пешечку двинул, ну, что там, ерунда, да? Все, позиция, мертвяк. Его запер, он там. Как мышка в клетке бегает и вылезет, не можешь. Всего лишь пешечку поднимать. Нет, там, не знаю, поле под бой ставят. Все, МФК, потому что самое здесь. Ситуация такая. Ребят, можете, давайте, вот, что вам интересно, помимо слушать, потому что я смогу рассказывать. Вы слушаете, потом, ой, а что же это было? И в итоге ничего не помню. Можете, вот какое понравилось движение, повторить на нем, допустим, акцент сделать. И, о, интересно, раз, поделали, что-то немножко. Но в память. Не просто в голову, в зрительную память, еще и руки надо еще вспомнить. Пожалуйста, какое вам нравится? Любое. Пожалуйста, ребят, делайте по парам, разбейтесь сами произвольно. Ну, я думаю, вот поговорим. Пытался сделать именно то, что я показал, но это уже будет. Потому что я сам не знаю. Бывает, что я начинаю, но не могу сделать, и все, не проходит. Уж на что я вот этот треугольничек люблю? Рекси пришел парень, ну, как я еще худею. Не могу сделать это ничего, ну хоть пестереться, ну что такое, понимаешь, вот не могу. У меня принципиально, наверное, минут 15, он у меня на этой кочерге ползал, не могу. Это как все время приехал парень тоже, с Уралмаша. 17 лет парень, занимается, что-то, я не знаю, полгода. Каратист, подчеркиваю, каратист, вообще не пишет. Я уберу. Ой, это вообще был анекдот. Вот. Просто лежи. Показываю, беру ему вот так шею, сворачиваю. Он держит. Я говорю, тебе не больно, что ли? Он мне отвечает, больно. Крепить человек не может, знаешь, тут слюни, сопли, он мне отвечает, больно. Ну что,
Что это за феномен какой-то, понимаешь? То есть вот всякие бывают, это в шоке. Ой, что я делаю, деньги были, будем. Как с ним делать? Поэтому под любой прием вы старайтесь сделать какую-то вещь. Вот то, что мы для этого часа делаем. Раз, брюшко сюда убрать. Вот, смотрите, можно ли сделать сюда? Просто брюшко. Какие у него еще для защиты условия? Ну что, ну, ты привет. Сам приехал. Сам сейчас он привез себе. Я же ничего не делаю. Он просто создал невыгодные условия. Вот сейчас мы будем делать второй, третий, пятый, десятый раз, и он постоянно что-то будет куда-то к себе привозить. Понимаете? Если я буду пытаться сделать одно и то же, он рано или поздно к этому приспособится. Понимаете? То есть в какой-то момент я для него буду просто предсказуем, он будет знать, что это будет. Но вот от таких нюансов он постоянно будет сам себя в ловушку. А если ему еще помогать, то есть видишь, он хорошо ориентируется. Бомби тут, либо еще что-то. У Федора в этом плане очень хорошо делает. Начинает какой-то прием, не бьет, прием пальцы. Просто мышь не бьет. Бьет ровно пальцы, железные. Без разговора, то есть любой нюанс, любой нюанс. Это борьба, это же. Ну тоже такой для меня был. Ручки держи. Вот руки. Он говорит, Герка, хорошо держишь? Хорошо. Он говорит, Лера, смотри, ты же говорит сама. Тык! Я сразу тык рукой за это. Чик ее второй ручкой, тык на пойти. Вот сюда прямо, как узлы, как дал хорошенечко так пальцем въехал. Все, я больно, я сам руку раз вот так дал, сам выйти. Логично. То есть, как она, линия Мажино во время Второй мировой войны французы сделали, да? Что немцы с ним делают? Пошли. Правильно. Вот что, сейчас вроде все закрыто. Нет, закрыто. Он даже это не видит. Потому что он думает, что я сейчас буду бороться. А я не буду бороться. А буду бить тебя. Может, это не везде разрешено, но тем не менее я говорю, то, для чего мы собрались, понимаешь? И хорошего удара по голове, ну, достаточно будет, чтобы немножечко расслабиться. А я не буду. Иначе ничего изобретать. Я мог сейчас пытаться руки его преодолевать. Мог бы. Может, это было, а может, он в 3 раза меня сменяет заранее. Зачем? У вас, может, вот это и есть шанс быстренько сориентироваться. Хотя, опять же, ребят, не забывайте, что есть понятие натиск. Натиск, если вот вы вот этот зверька все включите, тут наступа. Что такого-то зверек, ребят? Вы поймете. Голове. Держите его, а лучше его, знаешь, не подпостыкивать, простыкивать, вырастить с малого. Вот это взрыв. Уже это взрыв мы, кстати, знаешь, он же взрывся. Ну, как правило, мы злимся, но когда нам там какие-то причины. Ну, в нос у нас парочка всего выучили сюда, там или еще, ну, разные причины. Вот это научитесь делать сами. Очень быстро. И главное, зверек у вас должен быть прогнозируемый. То есть вы не просто, берет его все, там, сера, ну, это четко должно знать, что ты тут же въехали, тут же слег. Чтобы сильно для него был бы хороший. Если вы капаете, ручки держишь сейчас немножко, возвращайся. Не просто, возвращайся, повторяю. Начал, допустим, не просто, ты бум, сюда как бегаем, еще и догон, вот этот догон, понимаете? Обязательно сильно. Пока вы его бьете сильно, плотно, жестко, он ничего не сделает. У него просто не доходит до этого руки. У него других закон. Только вы начинаете. Раз, 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 раз. Все, вот вам сейчас руки прихватимые. Прихватите ручки. Колено дай в пятачок. Колено, это же нормально смаху. С легкой смаху. Блин. Тут же меня сюда, тут же голову зажал ногами. И вот он. И никаких проблем, ребят. Что про что говорю? Вот он лежит. Вот он на машинке лежит. Вот. Вот начинает. Тын. Как бы хотели. Нет. Вот он уже на локте сделал. Все, вот локоть. А как? Я же понимаю, что он со мной будет делать. И я также адекватно. Понятно, что он мне тут же может в пятак не кидать. Именно поэтому я начинаю взрываться. Потому что иначе, через 2-3 секунды, он меня просто в песок будет.
И не вот такими одиночками, ребята. Даже еще раз. Я не буду быть просто покажу. Ребята, вы поймите, я вот, понимаете как, у меня есть немножко задача, как бы вам сказать, она немножечко неблагодарна. С одной стороны, я вам хочу показать, как это, и в то же время я понимаю, что это тяжело, потому что этим нужно, как сказать, немножечко жить, что ли, вот где-то вот перейти грань. Вот начинаете какой-нибудь, я не знаю, прием. Я же не знаю, вот он мне сейчас взял пол, правильно? Да. Вот эти все удары, он мне не заметит, он их даже не заметит. Меня задушит и с локтя добавит, правильно? Уйти надо, надо. Как надо уйти? Ну как надо уйти? Ты знаешь? Ну, мастить меня. Нет, куда мастить? Куда? Во-первых, тебя как-то отвлечь, в первую очередь. Логично. В первую очередь отвлечь. То есть, ребята, вы поймите, тут с учем, если я сейчас начну делать приемы, которые вы от меня сейчас Честно. Вот молодец уже. Молодец, здорово почувствовал. Сознательно, да? Вот такую хорошую. С прошлого раза еще делал. Чтобы уже ждать всего. Ребят, смотрите, если я сейчас начну делать приемы, которые от меня выждут, лучше. Мне не уйти. А если просто вот этот дико, вот это дикую кошку в роду, понятно, лежать. Понимаете? Очень тяжело. И не важно, что вы ее держите или там за хвост, да, она все равно вводится. Почему она не дикая? Ну почему, когда в больнице санитар с ума сходит, санитар? Блин, не стоит. Я не слышал случаев, что санитар один на один убежал, буйно помешан. 4-5, да еще со шприцом, со связками, потому что человек где-то там. Там творится. Вы начинаете любое движение. Не просто, сейчас мы что делаем? Еще раз. Ребят, посмотрите, вот вроде обычное движение я накидываю. Вот он сейчас меня страхует. Ты меня, конечно, не страховал, ты меня просто сам помог, так сказать. Но мысль, вот эту руку, которую он мог мне держать, он сам себя ушел. Конечно, не серьезно, эксперимент, я говорю, тебя будешь держать. Ну, да ничего страшного, Бог. Ничего страшного. Ничего страшного. Пожалуйста, ребят, любое движение. Любое движение. Любое. Лежу вот так. Сколько у меня сейчас? Что же мне дальше? Ну, сначала сделать с этого, ребят. Отключение. Попробуй разобраться, просто поломать. Это все равно много. Да, когда вы так уже так усилитесь, вы теряете меня. Я сам здесь очень сильно ударяю. Либо не ударяю, либо сбросит. Вы, смотрите, вы меня просто удерживаете. Кто, как, что смог. Умеешь ты бороться, умеешь ты вырываться, убегать, ходить. Не умеешь, не любишь, не тебе помнишь. Знаешь, ребят, если твои ключевые, я сейчас смотрю, хорошо, да, решили. Вот смотри, все, ребята, дай помню, вы очень страшно. Не то, чтобы это я делал, когда меня делать даже ключевые. Вот смотрите, вот давит вот так. Вот, держать можно. Сейчас посмотри. Локоть. Ой, руку свою посмотри, поднимай вот так поднимай, еще один, а локоть и стоит вот сюда. Нет. Вот, стоишь дальше, вот просто вот сюда, и двигай. Еще раз. Еще раз. Ложись, сейчас покажу, потом сделаешь на меня. Ложись. Смотри, ребята. Чувствуешь, что я довольно сильно? Напряги, напряги, терпеть можно. Терпеть можно. Ставлю, смотрите, то же самое. Вот.
движение, говорите, видите, не дает вам робот, подожми. Смотри, разворачиваю, ставлю, и сюда уже продавлю. Либо рука вот здесь, смотри, приходит. Держи, вот сюда. И уже мертвая. Как повернуть эту голову, ребят, это вот. Вот это движение. Либо ты пошлёт, рука повернута, вот, встает. Потому что вот так вот ради интереса попробую. Да, это сильно. Если человек еще пропустил это место, вы его представляете, что условно. Ну, условно ставите. Но шея бывает опасна. Когда вы сделали вот это движение, то сюда гораздо проще. Гораздо проще. Даже сейчас дверь сейчас понимаю. У нас вот, ребята, вот беда. Мы любое движение делаем в каком-то одном варианте. Вот когда мне говорят, вот как бьет лоу, я говорю, а как надо? Ну как вот это иначе? Я говорю, ну как надо, под какую ситуацию? То же самое болевой вот делаю, но я делаю ну, штук 8 разных. Один и тот же ахиллес, 8 разных захватов, абсолютно разные ножки тянутся. Ну помнишь, да? То есть любое место, так же здесь, любая петля, абсолютно здесь, любое давление, 1000 разных вариантов так можно делать. Вот когда мы вот это все полностью под себя возьмем, то есть ну, мастер свое дело, то есть ты берешь, допустим, ты знаешь, не даешь это, и сюда, и вот так. Гораздо же круче, чем я просто беру и вот так вот давлю. Видишь? Я по-другому-то не умею. Я и давлю, и давлю, и давлю. Там уже давить нечего, там уже ничего не проходит. Я и давлю, и давлю, и давлю, и давлю. Нет. Ребят, вот это зависит не от какого тренера, не от кого, да чего, только от вас. Вы себе сделаете финанс, у вас будет. Будет. Не сделаете, не будет. Знаешь, ну это уже не приемы. Уже не приемы. Может, я немножко сбивчиво говорю, ребят? Но мысль, вот я надеюсь, у меня все равно не сегодня, не завтра, как вот Федоров все время показывал. Вот все видишь, все понимаешь, ничего не получается. Какое-то время, месяц, два, три проходит, ну разное. Что пошло? Откуда пошло? Куда пошло? Куда чуть-то пошло? Я серьезно говорю, то есть она вот непроизвольна, вот эти шерсти. Потому что даже вот самого искусного бойца победить особых проблем нет. А человек немножко с такой изюминкой, или еще дикошарова, ребят, ох, замучается любой. Любой мастер. Ну, непредсказуем, как вот я говорю. На сильном всегда находится сильный, да? Но я не слышал никого, что кто-то победил гориллу. Вот возьми 5 мастеров спорта, 5 тайсов, гориллы быстро. Тайсы один, да. Такой горилла рыба там грусти. Разорвется вот так. Силы там не чаще. Стопоров нету. А? Стопоров нету. Да, она. Она непредсказуема, она делает, что делает, что попало. Да, иди, как банан, там раз твой пост раздавил, вот. Вот это. Давайте сейчас еще, знаете, что делать. Как руки отрывать болевые умеете? Ну тоже я вам просто покажу пару таких секретов, не секретов, нюансов, что ли. Нестандартных подходов. Болевые как открываешь, знаешь? Просто есть стандартные, как ну, болевые, ну обычные, ну, yeah. Разлив. И все учат, и учат, и учат, а ведь согласись, что отломать руку, ну так, ну, руку возьму просто, да, вот. Ну, дай ему, заряди, заряди, дай ручку, заряди, дай. Ну, скажем так, не держал, сейчас, ну, понятно, сейчас я проверю. Скажем так, он не держал и начал поздно держать, да? Да, смотри. Возьми плотно. Вот смотри. Вот я начал тянуть. Я тут показываю. Могу я сейчас долго? Смотри. Делаю вот это же. Что с тобой происходит с тобой? Не сильно же я тяну вроде? Но где тут нет? Почему? Я разве показываю, что сильно тяну? Смотри. Косточка. Косточка. Абсолютно верно. Ну вот я просто сейчас показываю вот это вот движение. Смотри. Это движение я могу усилить в любую сторону, смотри. Держу. Смотри. Вот так вот. Все. Печи. Все. А может даже не надо. Говори, говори, я потихонечку специально накатываю. Смотри. Я видите, осторожно накатываю, что у каждого есть свой предел. Вот рука. Я ему делаю очень медленно, ребята. Ручку заберу.
оставил, взял за ручку. И вот мне, держи, сильно держи. Он же думает, что я буду воровать, я просто все накатываю. Тут лучше не грубить, потому что дело такое. Ручка. Смотри, сюда пошли. Также взять может любой, правильно? Ты видишь, накатываю. Надо? Накачу еще если. Не сложно же? Второй рукой ты приложишь. Нет, вот. Тут суть-то в чем, люди, что моя рука попала вот сюда. Вот. Вот так терпится, правильно? Только смотри, я начинаю делать сюда. А если я сейчас, смотри, сейчас локоточком подмогу. Просто ее раздавлю. То же самое, гардерочка. Как вот обычно взял. Вот уже пошло довольно. Вроде ерунда, что там. Да? Можно с этой стороны так же. То же самое. Но когда мы в азарте, мы бывает такое движение терпим, правильно? Вот это терпеть уже сложнее. Здесь идет выжимка. Выжимка руки. Рано или поздно, я, допустим, почему не переживаю, что эта рука уйдет от меня. Я, ребят, просто передавлю. От меня, пока я смотрю. Я просто ее передавлю. Она просто у меня отсохнет. Ну, знаете, как бывает, сидим где-то раз, нога занемела, ничего себе. То же самое здесь, держи. Ножку сюда накидывай. То же самое. Он может вставать куда хочет. Вот эту руку я ему передаю. Такое. А? А ложись, не вставай. Ребята, вопросы, они замечательные. Поймите. Поймите. Ногой ты мне, ну что? Ну, можешь максимум дать. Я просто сейчас покажу мне. Ручки возьми. Покажу сейчас просто. Все. А что ногой ты не пишешь? Я тебе здесь просто передавлю, ребят. Притом передавлю, ты одуреешь. Это я еще вот так вот делаю. Представляешь, нормальный синий парень, который еще тренируется специально. Знаешь, вот как вот есть? У каждого своя коронка. Я, допустим, люблю вот такие все передавки. Полюбил, скажем так. Не любил раньше, но познакомился с Федором, я их полюбил. Мне вот очень... Вот только вот попадел в такую какую-то суку выжимал. Та же вот болячка, я могу, ребят, тянуть не очень долго, мне очень нравится. Ну, в плане долго, на самом деле долго там не будет. Так жизнь. Я просто ее беру и обкатываю, понимаешь, вот, как узелок затягиваю. Как узелок затягиваю. Вот. Плюс, не забывайте, что вот я вот держу ручку. Смотри, я могу взять ручку. Вот такая она. Я от нее спрятался. А вот ты спрячешься, где ты сейчас. Я не давлю ногой, я вижу, просто ручки сейчас тяну. Но ногой я спрятался. Он же меня достанет сейчас ногой. Ну, пробуй, достань меня. Ай-яй-яй. Не. Ты что, все передавай. Если еще вот так вот. А, ну это. Вот нет, зачем? Вообще, ребята, кстати, тоже используем болевой, сейчас хороший, смотрите. Ложись. Ну вот я начинаю отрывать ее. С этой руки показываю сейчас. Вот. Стандарт, правильно? Обычно как он учит? Ножки скрестить и прочее. Да, это все хорошо. Согласен. Ну, вот, да, смотрите. Самое главное, посмотрите. Вот это. Держи еще раз. Борьба. Поменяли руки. Держи. Не идет. Ты. Просто. Ну, парень, наверное, уже тяжело. Нет, ничего страшного, ребят. Это как надо прочувствовать. Это, я просто показываю. Я могу тянуть руки. Мучиться тянуть. То, что я вот эту руку уберу, она же все равно есть. Эта же рука не сбежит. Как дал в петарку, тут же я забрал. Не дает, да привет, родной ты мой. Что, миксфайте такое нельзя? Милости бросим. Она часто надо, такое делать? На ноги замки там не поменяются. Почему? Пожалуйста. Можно посмотреть? Марья, не болит ничего? Нет, нет. Смотрите, ребята. Я вам сейчас покажу буквально немножечко. Вот обычно же как все. Чем? Не надо ничего. Смотрите, вот она ручка идет. Сюда. Колено, заметьте, не перекрываю. Если я его перекрою, у него будет еще раньше ручка. Смотрите, вот. Ну и тихо усилий. Могу взять вот сюда. Вот. Могу перекрыть колено. Это вообще перекрыть. Могу так. Смотрите.
другое место. Посмотри, я поближе, без проблем. Перекат. Притом, смотри, не идет здесь, к примеру, железная рука. Ну что, что смешно? Я смотрю, вот мой любимый прием, он мне дико нравится, когда вот ноги, ну, железные. Когда ноги железные. А я потихонечку, я просто я вижу, что у меня хорошие ноги, я так начинаю. Какую, да? Да без разницы. Вот она у меня гибкие тоже сразу видно. Тут нужно, ребята, у меня есть гибкие ноги, их нужно зажимать. Вот так, посмотри. Видишь, они тут гнутся. У тебя уже так было. Смотри, вот. Сейчас мы начинаем чуть сюда. Вот смотри, вот сюда ты терпишь спокойно. Пошел чуть-чуть. Вот про что говорю, в какую-то сторону. Вот смотри, движение такое. Вот, видишь, я тебя вставляю. Колено заметили, да. По идее всегда я вам советую перекрывать колено, потому что когда колено делает, это как бы спасение его. Когда колено сразу перекрывает. Раз. Да, я ступень отпалил. Нет, ты еще так. Плюс когда на колено можно еще ложиться чуть дальше. Можно сделать тоже свои болевые. Смотрите. Ножки немножко сюда. Можно сделать вот такое болевое на колено. Смотрите. Ножку закидываю сюда. Тоже очень полезно, ничего не сделает. Да, тут вообще столько всяких нюансов. Перекинем их туда. Ай! Тут еще раз наложено, все хуже, никто ничего не понял. Вот я убил. Главное здесь делать так, вот так вот сюда, тут тык ступал, и это просто под жопу ушло. А уход знаешь что? Элементарно. Упрись в пол и ногой сядь на него стоп. Жопу подними. Не, ты просто жопу подними. Все. Упора-то нет. Снова сядь. Есть упор будем. Все понятно. Поэтому моя задача не дать это, а твоя задача не дать мне. То есть, по идее, прием сумасшедший, а другое слово. Нет, ничего сумасшедшего. Ну, смотрите. Болевые. А? Просто в джиу есть партнер лежит, а кто-то проводит стойки. Не понял. Один стойки, другой в партере. Нет, это тоже можно, это тоже все есть, ребята. Но... Нет, ты же не желательно, да? Да почему? Желательно, если дают тебе. Тут же, видишь, тоже есть всякие приемы. Вот, бывает такая ситуация. Ага. Смотрите. Сейчас покажу. Можете сделать на колено. Аж хрумку начал, да? Колено болит. А, болит? Все не делают. Вы не болит. Можно, смотрите, ребята. Делай не на колено. Берешь на мышцы. Смотри, передавливаешь мышцы вызывают. Спросите у него, не намного давишь. Если еще сделаете не вот как я сейчас так, то вот как, допустим, делал Федоров, колено тык вот сюда, на мышцу. Ты это сюда раз, и вот эту складочку собирай по мышце, то есть вот сюда, посередочке, и пошла мышца вверх. Вот. Ребята, какое обалденное приема. Да еще и здесь. Надавить. То есть можно такие сделать. Я уж про все остальные не говорю. То есть это то же самое стандарт. Суть в чем, ребят, всех приемов, вы поймите, это хват. Не болит? Не нормально. Смотрите, это хват. Плюс есть понятие запаса. Вот смотрите, например, вот как стандарт. Вот тянуть, да? Могу я ему вытянуть? Может не терпеть. Но вот у меня сейчас запас небольшой. Сейчас посмотрите, я вот честно вот такой вообще не люблю. Вот этот стандарт. Я больше люблю ногой вот туда уходить. Притом не вот так, а жопу аж двигать вот туда. Вот. И вот здесь, когда вот она лежит, ни сюда не двинется. Я выломан при любом раскладе. Я сейчас такой, вот это место. Сюда, лучше подняться. И надо еще. Я подкручусь вот туда. Сейчас вот меди начинаю делать, как видишь, когда ты вообще начинаешь. Что происходит? У меня двух местах ломается сразу мимо. Эту вот ручку беру, могу поставить ее, ребят. Да, смотрите, на какой запас играет. А у него запаса нет. Это ногой я еще не работаю. Если я вот так не попаду,
Вот перед этим, когда согнуто, видишь, он лежит. То это тык, ему уже больно. А если я сделаю ногой, то удар его, а этот удар его на противоход. Да еще двумя ровками. Нет, ты сломал. Есть прием, смотрите. То же самое, чуть меняем акцент. Делаем так, правильно? Тут меняем акцент. Пошел сюда. Все, не давай больше. Это ломается внутренняя кость. Вот кто у нас с анатомией знаком? Вот это толстая, ее сломать. Сложно. А вот этот... Вот Федор, когда рассказывал этот прием, если на рыбалку ездил, ну, видно, заслужил мотор воды. С 9 до 10 утра, ну, до 5 вечера. Руки потом вот такие, вообще ничего не шевелится. Просто мотор воды. Вот. Ну, давай, заслужил, рассадишь. Показал. Он говорит, ну, в соревнованиях, ну, 150 так сломал. Ну, длинный, плюс-минус. Просто у меня был парень, тяжелый вверх, вот такая нога. Готов, рассадишь, уже больно. Без балды, он просто взял, говорит, готов, то есть он хватит, как нужно. Просто вот как я сейчас показал. То есть он вот так вот не вплевался, просто, ну там такой хват. Ну мастер своего дела, ну что там говорить, понимаешь, вот разница. Те ветераны всю жизнь болячки делают, и он всю жизнь делает. Но немножко с другой области. Хотя там, я тебе скажу, вот эти ветераны тоже, ну просто величайшие. Они нам такие показывают, я вот говорю, много тоже не видел. Я даже по ним понял, что они. Прекрасно, прекрасно, дядька, там был остался. Ну, таких красивых настоящих. Ребят, здесь. Пожалуйста, смотрите. Вы сейчас можете поближе подойти, посмотрите. Любые вещи старайтесь выжимать, вот как это пить будет, хватает. Он же не просто ты, смотрите, вот я взял, я пошел. Со стороны я же ничего не делаю. Нет, смотри, я ничего не делаю, ему больно просто будет. Я же вот со стороны я просто наклонял. Не надо напрягать, ложись, повторюсь. Ребята, какие травмы? Смотрите, тут не ахилле, я просто делаю ему больно. Я не фиксируюсь на ахилле. Вот сейчас, смотри, вот это место, вот оно стоит. Я не фиксируюсь, ахилла нету, скажи. Тебе вот здесь импорновать. Смотри. Ну чуть-чуть она подвижа вытягивает. Вот пошел ахилл. Вот. Сейчас уже другое. Но здесь идет подстраховка. Все равно это 14. Нет. Идет другая вещь. Смотри. Вот, нажимаю. Какой-то новый тренинг. Я просто вот так вот просто продавливаю. То есть я могу передавить ногу, ребят, без всякого балдежа, без преувеличения. Я раньше это не мог. Я подчеркиваю, почему он историческая, я их не любил. Но мне понравилось. И поэтому сейчас он мне только дремлет. Я не скажу, что я на 100% сломаю, но то, что я измочали, это даже сомнение. То есть к чему? Любой прием нужно говорить так. Это всю жизнь был мой нелюбимый прием. Но я знаю, что если сейчас я вот поймаю разного, никуда мне не надо. Мне никаких усилий не надо. Ничего не надо там, не цеплять его, не хватать, ничего не отсекать, ничего нет. Можно, наверное, попробовать сейчас поднять. Пожалуйста, ребят, пожалуйста. Пожалуйста. Может и не сделать. Но, скорее всего, вы ничего более не сделаете. Вы сами составляете. Ну давай, расслабленно. Слушай, расслабленно. Вот будет она, вроде идет, идет. Вообще нормально. Раз, и откуда взялась. Ты тебя не напрягаешь. Наоборот, если я сейчас напрягусь, я ему сделаю хорошо, а себе плохо. Почему? Я зажат. Меня тут тянуть. А так, смотрите, я сейчас вздохну. Не болит? Смотрите. У нас, ребята, еще всегда есть предел, куда надо тянуть. Вот мы его, как правило, ограничиваем вот это, да? Смотрите, почему-то. Потому что может затянуть сюда, она становится нерабочей. Или еще что-то. Я ставлю обычно. Смотрите, и лучше я делаю. Смотрите. Я уже все, я разгонялся. Ножку убери. Вот, я вас еще пошел. А могу его как на катушку накинуть? Смотри, на это сейчас. То есть, значит, ножку еще вот сюда вообще. Ну вот вообще. Он вообще. Плюс любую секунду, пока она нога сюда гнется, я вот этот
не вот эту, где сейчас тебе будет, а вот эту стопочку, которая там зависла, вот здесь. Ты ему бы фрунт. Теперь на подруге. Здорово, мама. И просто она у меня расслаблена. Если я ее напрягаю, мне больно. Ну, это кто как. Ну, вот напрягаю все время. Смотрите. Для вас. Вот сейчас могу ее сломать? Ну, смотри, как тяжело. Посмотрите, как тяжело. Взять берег. Сейчас кисть вложила сюда. Посмотри. Держи так, если нет. Вот так, проводите меня сюда раз. И спокойно положи. Качать больше, да? Вот так, не могу продвинуть. Сюда раз, это так. И вот спокойно опускается. Вот, спокойно, как крыло. Хотя, по идее, держи. Вот мне, когда вот так делали, то вот, подчеркиваю, мне нравится вот это. Берешь и держи ты сюда, я тебе вот это вот разобрал. Вот так вот разобрал. То есть, видите, вот сколько вот нестандартных. Стопа, вот это место, вот это. Все равно одно сохраняется. На любой заход. Если возьмете под эту, еще и есть еще под подлучник. Слышали? Ну даже сам заход. Я просто покажу его. Вот это болевой, под подлучник. Вспомнили, да? Ну даже сам заход. Вот, да, она просто вот такая нюанс. Либо колено. Хрумку. А вот так, он даже не почувствует, даже рука не почувствует. А когда вот так, он сразу почувствует. Понял? Вот и весь раз. Только вы руку вот так вот пьете. Либо вот так вот пьете. Ну вот так вот. Не вот, а вот. Почему я делаю, я говорю, что это не сильно. Вот, вот так смотри, даже не зря. Вот как бы я не давил. Раз на себя, раз почувствую. Так упор, потому что ладонь не идет на грудь. Нет, без разницы. Она просто все вытянула. Суть? Посмотри, она уже самое. Да, я вижу. Нет, то же самое вытягивает, сразу же. Вот сюда, вот так, вытягивает. Это вот, ребят, вот такой же старый детский болевой. Ручки держи. Ложись. Ложись, давай, вообще. Просто он грубый. Он немножко такой грубоватый, но он действенный. Он его никто не отменял. Касаемо микс-файта. Лучше я не знаю. Честно говоря, ручку возьми. Нет, возьми. Не дает. Не дает мне, смотрите. Я держу ручку сюда. Нет, самое главное. Да. Неожиданно, просто. Это чай. Точно так же в лежачке, йога, просто упираетесь в шею. Точно так же. Там надо упираться, здесь прокатывать. Гораздо жестче. Все, не жестко. А я и так сделал, я просто неожиданно сделал, я же не жестко. Жестко, ребят, тут. Сами представьте, чего со всей этой дури, как вы упрётесь. Если еще не просто упрётесь, а в катер. Ручки берите, ручки. Вот сюда. Раз. Все. Я ему руку делаю больно. Просто я его внимание с этой руки акцентирую вот сюда. Я, во-первых, сюда могу делать очень больно. Во-вторых, то, что вот я проверну, это только начало. Я могу здесь начать. Кто меня запрещает? Я сейчас руку вообще замечал. Ему абсолютно его боли не было. Но у него мысли о другом. О боли, о насущном. Вот и вся тема. Нет, вы можете, конечно, сделать. И здесь боль, и здесь боль. Ну, он сам не сможет учить. Ну, сюда врубитесь хорошо, он сам не сможет. То же самое, пример могу сказать. Стоит человек голову, у меня как терминал. Куда положено. Да! И забыл голову держать. Но другие проблемы. Гораздо более важные. Ну, параллели проведи. То есть мысль одна и та же. Он бы рад бы голову защищать, но другие у него сейчас забыл. Все очень просто. А если вы сейчас показываете, вот сюда взяли, вот туда вот как въехали. Въехали. Я это подчеркиваю. Вы же можете не просто встать. Вот, у тебя взяли оттуда. Это раз. Во-вторых, смотрите, вы поставили, можете отсюда, наоборот, отсюда поставить. Вот так вот уже. Не прищался другой ремонт. Мысль-то одна даже. А сегодня делают больно. Чинь-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Надо, говорит, я поставлю локоть вот сюда. Смотрите. Вот. Еще один вариант. И кто-то же намешал.
Здесь продолжаю делать мягко, здесь мягко. Ну, делаю мягко, пока он не скажет трек. Используйте, ребята, здесь творчески немножко подходить. Когда вы это начнете делать, вы навязываете на условия. Не то же, знаешь, там приемы вы думаете, сложно. Ага, что же там делать, что же, ай, черт побери, забыл. Не знаю, что же, все. Вот, вот он. Тогда вы сами себя начнете чувствовать. А только вы с самим собой подружитесь. Сейчас мне неудобно же, да, посохнуть. Смотрите, что делаю. Либо вот сюда, раз, и уже спокойно. Либо по движению. Либо если он совсем ко мне вот так спокойно вырубит, залезет, залезет, отжарит. Но это сложно. Он же пытается все прижать сильно. Смотрите, вот голову отсюда раз. Вот либо у вас болячка. Либо вот вариант сюда, смотрите. Болячка. Одним рывком. Никто ничего даже не понял. Смотрите, голову сюда. Семена, вот чуть-чуть. Для чего? Для разгона. Вот рука согнута, пожалуйста, без проблем. Сюда я делаю. Прямая. Прямая. Прямую. Даже не вижу просто. Сейчас накачу напрямую. Смотрите. Я накачу локоть оставил, видите, она будет прямая. Локоть убрал, она будет кривая, сломаю ее кривую. Без разницы. Спасибо, держи. Смотри. Ай, что это кривое? Что ты вообще? Вот рука у меня еще. Никто не запрещал. С этой рукой поняли? Угу. Смотрите, да, строчка. Либо берете спокойно любой зубчик. Либо прямой, либо она сгибает сюда. Либо если он ее сгибает вообще вот сюда. Зажали, либо зажали сюда. То есть, ребята, здесь фантазия не истощена. Устал? Вижу, что. Что это, причем? Все. А что молчишь? А? Что молчишь? Некогда было сказать. Занят. Разве могут таких парней кто-то победить? Чем руки ломают, а им сказать не так. Я помню, как у нас японец в Соке верещал. Рассказывал анекдоты, да? Бревно приехал, пятый дам. Он говорит, сенсей, шварка. Ну как порол у нас бревно, ну бита там, ну не видно. Он как, замок, схватился, упал. Вай-вай-вай-вай-вай. Вот, он говорит, сенсей, вы что, уже там бревно? Он говорит, ноу-ноу-ноу-ноу, водяные мешки. Нельзя, говорит, так тренироваться. Вы, говорит, русские слишком жестко тренируетесь. Шансея привели, он говорит, не заметил. Брюшечка, посмотри, держи. Смотрите, ребят. Тут был вот сюда. Раз. Второй вариант. Вот сюда, перекати. Сейчас я ручку не держу, здесь все, я смотрю. Сюда ручка начинает гулять. Согнутая сюда. Ну, прямая, даже не показывает. Все понятно. Все, начинаешь или сюда сбивать. Сиди, держи. Все. Все, я не давляю, просто это показываю. Сюда, и это вот сюда попал. Захватил. И вот это вот. Она вот такая получается. Кочерга. Вот такая. Сейчас посмотрите немножко, держи. Это сейчас все новинка. Как это освобождение? Вот, я вот сюда. Ты. Ух! Сюда, все. Это чтобы и тусить меня не было. Подпрыгните меня. Вон, ты видишь, думаешь, что если не будет там бороться. А вы пришли делать дело. Нет, молодец. Даже посмотрите. Либо вот. Берите сюда, пожалуйста. Вот сразу, сейчас смотрите, я вот второй. На бой, смотрите. Вот, сама. Я не знаю, что он был, но вот этим рывком я вам просто вот хромкнул. Видите, там еще? На хром, все, и не будет. Давайте попробуем. Очень простой такой. Тут ничего не надо, еще раз. Держи, чуть-чуть накатились. Чего? Голову, плечо. Дальше, на как надо.
скажите, чтобы он не перекурнулся. Вот сейчас меня держать здесь не буду. Эй, убежал. Понял? Что-то такого не было здесь сегодня. Ты что стоит? Ты что с любовью? Шлёп сюда движение. И вот. Ну, куда он уйдет? Куда он уйдет? Никуда она не уйдет. Ну, дома уже. Все знаете, да, как это примерно? Ну, что такое нормальное, подготовленное, готовленное? То есть ее так просто не будет. Вот мой вам совет, скрыть ее сюда. Вот какая у меня была нагрузка. Нормальная, большая, я не сильно. Вот так, нормально будет. А вон там. Все в свое время спорил, ребят, нет такой ноги, которая сбоку будет. Серпов я не посажу. Просто не скрывай. Крайних лезу, то есть можно попробовать смотреть. Нога сразу сама. Если ты делаешь не вот так, то ты здесь вот так. Ну приди. А вот серпов, да, когда я выше, вот сюда, просто убирай. Только когда идет вот сюда, я там сразу просто. С тем ударом только как гвоздь. Потом этот удар он очень быстрый, в отличие от вот таких, которые возникают, да, там человек еще покурить успеет, и все я как-то среагируют. Пустой режим, ты где-то, чем хорош такой удар, когда сюда, все понятно, все. Не бей, просто показывай. Сюда шлеп кинет. Не верит, все равно. Попробуй, сейчас просто все покидать, я сейчас торопю. Смотрите, бьем его, бьем его. Ножку вытянуть, и вот эти носочки. Не разворачивай, просто держи. И вот он. И вот так. Ух, хорошо. Живо, нежно, по-божьему. Сейчас еще вот, если
светский. Его хитрость в том, что он просто такой купит. Ты можешь ручки поджать без проблем, смотри. Все видно, и окна. Ловки по цене пожалуйста. Прямо под локтями бить, заведом. Ну, прокурор объяснять не надо. Память есть. Если уж сюда больно, то внутри наши вещи уязвимы, там вообще все просто. Не просто будет хорошо. Поэтому о чем он говорит? Вы это все, конечно, делаете, но не забывайте. Если вы хорошо будете, то, наверное, пить, вы заставите его и эту силу, чтобы не дать ему. И поднять руки, чтобы дать жить. И все что угодно. И просто заставить уйти со своими пить. Когда мы с тобой несколько не спорили, что это сделать работу, у нас там уже школа, ну работа что-то не надо. Я так не могу сказать. Да, я мой дорогу, а пока я нажал по углу, я говорю, сад. Заниматься сколько? Больше. Может, он помогает всем, чтобы смысл в этой жизни. Только он за который раз, что помогли. Итак, мой вам совет. Давайте в следующий раз мы разберем, чтобы вы уже могли хорошо пробить. Говорю? Никаких усилий это не требует. Главное, не старайтесь партнером или что-то в бревна.